Пришли мы на жабу. Вот. И мы шли. Шли мы, шли. Полный мы шли. Кругом. Сейчас на ведовку пойдем туда. Вот. И что-то нас посетила мысль чай пить в машине. Нет, мне ноги согрели, все порадуют. Можно здесь попить, в принципе, да. Пока шевелишься, нормально. Короче, каждый, кто хочет испытать себя на таких жестких условиях, добро пожаловать на столбы. Город Красноярск, минус 30.